Хей, йога, с вами Жемиги, мы продолжаем проходить игру, мы называем Borderlands 2. Так, окей, я вернулся все-таки, да, я снова это прошел, эту херовину, сколько здесь я апнулся. Потому что, алло, там локация, камон, здоровенная. Как там не апнуться? Так, ладно, поехали, нам нужно щит, главное, чтобы нас не пробивали всякие ракеты, бомбы и все такое прочее. Бац. Так, борьба за жизнь, да? Там. Если вы не забыли, нам нужно найти тело для нашего робота. Вон оно. Автопушка к бою готова. Сейчас моя пушечка их разберет. Блин, ну у нее, конечно, длительность именно работы очень маленькая. Ладно, отдыхай. Бам. 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 В смысле? Готово. Эта оболочка двигается как кит дистрофик. Уничтожь ее и помоги мне найти другую. Заодно и умри. В смысле? Нормально? То есть я ему там помогаю, да? А он со мной вот так. Я понял, хорошо, приятель. Держу в курсе. Хер я тебе, а не тело найду. Чтобы ты меня снова убил. И. Пожалуйста, помести меня в сломанный боевой грузчик. Вот его координаты. Я больше не буду пытаться убить тебя. Ни хрена ты бы как перезаряжаешься. Идиот. Да, мне снайперка помощнее нужна. Это уже хило пробивает. Заметьте, что враги восстановились, а вот ящики то нет. Ой, Ридика. Да я тоже не хочу, приятель. Белая пуля. Спасибо. Теперь я попытаюсь убить тебя. Снова? Внимание! Идет здоровяк! Это непривычно. Я не испытал никакого удовольствия от молодого политика. Помогите найти более мирную форму. Попытайся найти мирную форму. Ну, я был готов насчет того, что он на меня нападет. Я утратил желание убивать. Я хочу мира. Подсоедини меня к радио в безопасном районе. Может, в вашем городе в убежище. Ха! А наше радио в убежище, да? Побежали, сходим к радио. Ну, я думаю, тут есть проход открыт. Но главное, тут есть телепорт. Почему я им не могу воспользоваться? Без понятия. Останьте от меня, я не хочу драться. Отдай! Веселитесь там сами. А чё там дверь закрыта, слышите? О,
О, я горю, я горю, я горю, я горю, я горю, я сам же от своей способности подгорел. Убивай их, убивай их. Патроны. Я понял. Ну нафиг. Я застрял. Не хочу, нет, нет, не буду я драться с тобою. Отвяжись ты от меня, ё-моё. Там этот робот, да? Или он мертв? Ладно, короче, да, здесь уже все место захвачено этими. Полетели отсюда. Убежище. Пить. Уже 2 часа. Так, хорошо, радио, да, говоришь? Я всегда знал, что окажусь на Пандоре. Классная пушка. Классный дробовик. А ну подождите, я хочу посмотреть, что лучше. А, ну конечно, это дробовик. Ладно, буду этим пользоваться. Интересно. Я чувствую тепло громкоговорителя. Ритм ударника. Это приятно. Умри, 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 умри. Шейкер, шейкер. Эй, патимейкер. Эй, патимейкер. Эй, патимейкер. Сука. Сдаюсь, твоя взяла. Мои попытки убить тебя остались в прошлом. Я хочу помогать тебе убивать других. Отнеси меня к Зену, если хочешь сделать меня щитом. Или к Маркусу, если тебе нужно оружие. Ну, блин, я... А в зависимости, смотри, какое ты будешь оружие. Заметьте, я раньше этой музыки не слышал. Эй, пути... А, дробовик, да? Нет. Давайте тогда щит. Эй, путимейкер. Эй, уличный дэнсер. Эй, путимейкер. Бля, это рели... Я этого не слышал раньше. Камон. Плюс еще одна пасхалка, о которой я даже не знал. Хочешь, чтобы я сделал из этой штуковины щит? Как скажешь. Если не можешь одолеть врага, переходи на его сторону. 50-50. Ну хотя, подожди. 50-50. Смотрите. У него очень хорошие все качества, даже вероятность поглощения пули. Ага. Зарядка, конечно, на 1 секунду дольше. Ладно, пускай будет. У нас там намного больше самого щита. Так, продаем это все дело и телепортируемся. И патроны нужно закупить. Сегодня идеальный денек для шопинга. Так, так, так. Товар назад не принимаю. Бам-бам. Желаю хорошо поохотиться. Вооружайся. Что здесь? Вот там и ничего. Сколько у нас? 4 фиолетовые. Ни на что не смогу потратить. Но у нас остается, в принципе, к сюжетной этой отправляться. 3 рога, да? Водораздел. Где это у нас была локация? Подождите, я не помню этой локации. Нам нужно еще сходить там, где мы этих убивали мужика с 3 его гоблинами. Так, стоять. Машину. По статистике, это самые безопасные тачки на Пандоре. По сути, это находится в одном месте, поэтому...
Полетели. Я не знаю, отправят меня туда, где вот были враги 15 уровня тогда, или нет. Если отправят, то нормально. Если нет, то... Ну, тогда тоже нормально. Нужно только пистолет поменять, то какой-то он такой не очень. Тундра Экспресс. Что по карте? Ох ты, еще мои жетоны. Скорость перезарядки. Шанс, скорость подзарядки. Урон стихии в ближнем бою. Скорость подзарядки. Урон. 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 Скорость подзарядки. Урон, урон, задержка по зарядке, емкость щита. Так, хорошо, здесь у нас что по карте? Ты подашь сигнал нашему человеку. Держу пари, сейчас он спит после вчерашней пьянки. Так что его нужно разбудить. Подожги несколько варкитов, это будет в самый раз. У тебя огненная пушка есть? Да, есть. Поджечь варкидов. А если брать второстепенную? Найдите варкида. Найти варкида. Здесь мне нужно... Ясненько. Это поджечь варкидов. Наблюдать за трансмутацией. Давай. Подожди, а лучше тогда вот так сделать. Варкиды будут вещать только в том случае, если их поджечь. Ну. О. Хорошо, теперь сделай инъекцию, пожалуйста. Кое-кто даже считает их безмозглым пушечным мясом, не замечая их красоты. О мой бог, это отвратительно! Убей его, убей! Нормалек. Теперь подожди еще несколько, пока этот не сдох. Воу-воу-воу! Этого я не видел. Я понял, сопротивление. Ладно, снайперка. Так, там еще остается. Ну почему я сдыхаю в этот момент? Я пытаюсь себя успокоить, какими-то вещами, ну, я не знаю. Руками, руками, да, движение рук. У-ху-ху. Минус 2800. Найс. Найс. Опасно, знаете, вот это поджигать варкитов. А можно узнать их не слабое место хотя бы? Кроши их в капусту! О боже, это было омерзительно! Пожалуйста, принеси мне образец трупа варкида. А мне нужно еще несколько таких образцов. Та ты что, гонишь? Раньше пусть превратятся в кокон, сделай инъекцию, убей. Удачи. Ты что, гонишь? Они жесткие. Таких еще взять образец ткани варкидов-мутантов 4. Ух, ты что, гонишь, приятель?
Не-не, это, ребят, очень сложно. А, хотя я могу делать вот так. Ну. Изи. Сделано. Тогда да, так легко. О, снайперы с первой части, здрасте. Мордекай и его друг Кровокрыл. Такой злой, такой громкий. И мертвый. Привет, искатель хранилища. Добро пожаловать к колонналетчикам. Извини, что тебе пришлось меня будить, возможно. Вчера я слишком увлекся, отмечал удачный рейд. Мы здорово потрепали конвой Гипериона. Да, Кровокрыл? Тише, тише. Ну что, через Тундру Экспресс мчит поезд Гипериона. Если мои данные верны, а обычно это так и есть, то в одном из вагонов находится ключ от хранилища. Мой совет – делай, как я. Укради ключ, напейся, отрубись. Без ключа Джек не сможет управлять воином. Надеюсь, ты понимаешь, что нам нужен этот поезд. Поговори с моей подругой Тиной, она нам поможет. Красавица моя, поздоровайся! Как же сложно. Есть еще порох в пороховницах. Это довольно сложно, ребята, сделать, это собирать мутантов. Нужно, чтобы еще этот был готов. Вот, а, я убил все-таки. Так, мне еще один образец, а два образца еще нужно. Ну, я не знаю, в принципе, куда можно сходить еще. Где? Привет. Он в основном, как я вижу, отравляет и все. Так, ладно, здесь у меня подзарядилось. Погнали. Искать еще места. Или просто локация. Так, поезд. Говорите с Тинной. Остановите поезд Гипериона. Бомбы. Вот еще чудики есть. Спасибо, спасибо. Мне нужно, чтобы они замутировали, слушай. О. Так, тихо, мне нужен дробовик по другой. Давай, кто кого? Так, по сути, я ускорение открыл или нет? Что у меня по месту в инвентаре? Еще много места в инвентаре. По времени тоже. Ладно, погнали к Тине. К нашей крошке Тине.
моя подруга. Я пару раз спасал ее, уж она меня выручала еще чаще. Ей нравится делать бомбы. Запомни, не делай резких движений рядом с ней. Боишься, что взорвется? Хотя мне ее еще найти нужно. Не, ну если вот так все будет убить, это будет все нормально. У меня 41 тысяча. Вокруг ста кустового куста мордоплей за разбойником крался. Зверюга подумал, ох, красота, как вдруг. И нам опасный 13-летний в мире. Привет. Привет. Дерьмо в том деле с генералом Рейнсидом. Так что за мной, должок. Значит, ты хочешь остановить поезд? Легко! Сейчас я познакомлю тебя с дамочками. Давай, познакомь меня с дамочками. Вот это сисипуся обнимайся. А это Фелиция Сексимур. Эти крутозадые тетки могли бы остановить поезд, но, к сожалению, пару дней назад разбойники украли их жопы. Верни их мне! Бай-бай! Приветствую тебя в моем магазине. Может показаться странной, но она лучший взрывник на Панторе. Делай то, что она скажет, тогда сможешь остановить поезд и добыть ключ. Это я тебе гарантирую. Что из этого лучше взять? Взрыв или поджог? Расскажи. Ладно. Лоханулся, так лоханулся. Прямо в арсенале Маркуса. До свидания, друг. По жопке, да, говоришь, найти нужно? А тут у нас что? Закрыто? Извините, мы закрылись. Все бомбами здесь заложено. Найдите жопы. Остановите поезд Гипериона. Я думал разминировать ее. Да-да, разминировал, проверяй. Так, зона разблокируется. Ох, громила. И главное, что они восстанавливаются после такого удара. Сейчас ваншот. Ваншот. Что у тебя тут? Ну, в основном бомба, ладно.
Тут хорошая жизнь. Так, мне нужно задание стоять. Жопки. Ого, у меня еще есть достижение за поглощение. Ох ты ж, ё-моё. Кто? Откуда палит? О, еще здоровяк, здорово. Куда побежал? Изи. Открывайся. Так, что за снайперочка у нас? Плюс. Огненных патронов мало. Ладно. Всегда нужно инвентарь чекать, чтобы, если что, сразу бежать продавать. По идее, я уже так и все сделал. Замечательно, что у меня много очень стало этих... всего. О, новый уровень, ништяк. Ай-яй-яй. Во-во-во, это что-то новенькое. Главное, скорость этого прокачиваю, да? А какой-то, что-то эффекта не видно. Так, тихо. Способности. Так, безбашность не вкачана. Ладно, погнали за жопками. Здравствуй, Ридий. А, они вообще тут оказываются, эти жопки. Давай. Ну, сучки, мой старший брат научит вас хорошим. Это бабунчик Сюсипуся обнимайсен, моя главная тёлочка. У меня внутри просто олимпийский фейерверк, и за ней закаку кинг-конг. Я хочу всё, что у меня есть. Тихо, не зажимать! Не зажимать меня! Вот как это делается! Ой, там, кажется, вертушка прилетела. Так, поглощение произошло. Еще один трофей. Ну это ты сам с ними разбирайся. Так, мне вниз. Давай, знаете, жопы. А, круто!
Вау. Так, хорошо, Тина, давай сразу этого сделаем. Без обид. Найти тайник. Так, заперто. Давайте смотреть по веревочкам, которые здесь проведены. Где они есть? А, нету. Ладно. Раньше. 17 уровень, живущий ветеран, все еще остался я. Нет, не. О. И что? Моя турелька вас убьет. Все. Отдыхай. Так. Лузер. Да ты лузер. Так, вернуться к Тине. В принципе, у Тины там этот есть. Хотя мне и в убежище нужно вернуться. А здесь быстрого перемещения нету, да, как я понял? А не, есть солнце быстрого перемещения. Давайте тогда сейчас быстро туда сбегаем. Я телепортнусь. Хотя можно на этом закончить, я думаю. Да, давайте, думаю, на этом закончим. Поэтому или к Тине вернемся. А, гоу, наверх сюда залезем, к Тине вернемся. А, здесь плюс этот электрошок, который работает. Сейчас пытаемся отключить энергом. О, знак борды. Тут закрыто, да? Попасть внутрь можно. Но попасть внутрь можно. Ладно, бежим к Тине. Мины всякие здесь висят. Интересно, а разминировать я могу их? Походу нет. Разминировать мины я не умею. Неплохо, неплохо. Туда мы попозже сбегаем. Тина, я принес. Бля, я не знаю. Типа урона, да, много, но. Сейчас подожди. Ладно, пока с этой походим. Урон от молнии. Зал, подожди. Все. Двойняшки.
бери, бери! Давайте их возьмем, короче, в следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.